Итак, всем привет! С вами Император. Как всегда, делаю и вылаживаю для вас что-нибудь интересное. И сегодня у нас на канале «Нахрена нам вообще покупать объект 140?». Некоторые, те, кто качают его, не знают, как он нагибает. Но на самом деле этот танк очень нагибуч. А нагибуч он серьезно тогда, когда именно вы во взводе с СТ. Вот там 3 СТ, это просто, когда 3 человека гоняет на 140-ых там или 907-ых, 62-ых, просто разрывает. Ну, так как мне ж 140 лучше немного нравится, чем 62-ечка. Вот, по одной простой причине. У него на 1 градус пушка опускается лучше. И стабилизация охренительная. Плюс меньше размера чуть-чуть, чем у 62-ечки. Хотя и, как бы сказать, рикошетит, конечно, башня, ну, не такая мощная, прям как у 62-ки. Вот. Но, тем не менее, я выбираю хорошую стабилизацию и угол наклона. Вот. Плюс проходимость, вот, у него лучше. Вот, грунты, вот это все, короче, лучше, быстрее, чем 62-ка. И мы во взводе с пацанами с Вольф Маркусом и паладином. И сейчас, короче, просто влетаем в самый низ. Что тут еще делать? Надо просто добирать пацанов. Мастер тарана у меня на 140 прокачанный. Очень хорошо. И я просто вылетаю и делаю вот так вот. Просто таран. Ядрине пени. Один фраг есть. Дальше крутимся. Вот ВЗХ. ВЗХ получает насасывать. Просто, блин, бой длится минуту. Уже такой счет 3-2. Жесть. Что я могу сказать? Просто жесть. Но, тем не менее, это происходит у нас. Что же, контролит у нас 30-ка. Смотрите, на каток, просто на каток. Какая четкая пушка. Просто выцеливающая, выцеливаю, выцеливаю. Тут 110-ка, непонятно, что она хочет вообще. Хочет, не хочет, а получить людей. Непонятно, в общем. Ну, тем не менее, пока контролим. Опа, и врывается паладин на М103. И тут у нас катится чувачок. Пытался поставить на каток, он меня не пробивает. Ракован. Даю еще плюху. И что он делает? И я откатываюсь, 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 откатываюсь. Сзади дамажит. Ой, я не пробил, конечно. И ухожу резко. Опа, оп, оп. Все. Нахрен он гар. 1800 дамага есть. Катим дальше. Решает слегка подсветить тут, посмотреть, что там творится хорошего. Ну, а вот у нас шикарные пацаны на свертухана, просто свертухи, без всякого сведения. Дальше. Рикошет. Я не пробил, конечно, или не попал, походу. Но, тем не менее, я пользуюсь то, что пушка ДПМная, 5,57 кт, мне этого достаточно с головой. Вот. 4 перка на нем. Ну, вот так вот еще выцеливаю. Ну, понимаю, что я тигр забился в уголок. И возвращаюсь на воду, так как тут вот из 800-ка. Короче, надо там как-то разрулить эту ситуацию. Как вы видите, пользуюсь чисто ББ-ками, короче. Голда, конечно, есть. Без нее тоже иногда пригодится. Вот сзади троечка там что-то хочет. Итак, накидываю просто. Опа, сотки. Просто в бочину. В бок башни. Смотрите, что самое интересное будет. Выцеливаю, 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 выцеливаю. На ББ-ками. Обычный ББ-ками. Просто в щеку ему. На, пацаны. Ну, давай, родной 140. Не видно. Все, ЛТТБ забрали. Ну, у нас еще есть ИС-8, который будем пытаться, конечно. А, не попал, в гуру попал. Опа, у нас бачат летит. Ну, мы наперед сводимся. На плюху. На ходу. 3700 дамага. Так, сотка, понятно. Моих давят. Я нафиг решаю вернуться. Тут как бы шо... А тут! И смотрите, ФВ просто почти... Сколько у нее? 1900 было, да? Смотрите. Просто что я делаю? Летит. На каток нахрен. Поставил чувак. И я также дальше смотрю.
и становлю на каток. Просто не даю ей воспользоваться. И бью в гусеницу. Забираю статиста. Забираю статиста. Качу дальше. Просто качу. Ну что еще делать? Я тигр опасный. Опасный пацан, серьезный. Уже не опасный. Тем не менее, 2 фрага, 5148 дамага. Опа, мне накидывают. Кто? Бачат! Бачат сзади! Сзади бачат! Стреляю, ремку использую, прячусь за камень. Ну а что еще делать? Бой-то надо тащить. Итак, смотрите, что делаю. Просто на ходу пытаюсь вилять. Бат мне. Оп, еще 2 раза просто минус. И теперь смотрите. Плюху. Ай, забрали. Хотел, конечно же, тараном его в лоб вот так вот наказать жестко. Но, тем не менее, у нас еще 3 танка. 12-10 счет. Вроде бы, да, нормально, но у нас, скажем так, ракованы просто. Серьезное. Никак не могут тащить, блин. Ну, тем не менее, пока есть 707. Отлично. Просто арта уработала. Не пробил, блин. Вот это хреново. Кстати, переключился на голду, на сотку, но уже не стал переключаться. Ну, да пофигу. Вдруг там в клинч там стану, где-то еще что-то. И просто так вылетаю, смотрите. На ходу. Держу в автозахвате. Стреляю. Ну, еще. Уже 3 фрага. 3 фрага. 6600 дамага. Довольно неплохо, как для СТ, скажем так. Которая лупит там по 300. И мы катим за бачатом. Он такой напряжный бой, кружевной, в котором пришлось выложиться на все 100, блин, чтобы затащить бой. И то счет 14-12. Практически, если бы, блин, не тащил наш взвод, то хрен бы мы там что сделали, наверное. Точнее, команда. И тут. А тут и он! Рандом слабых не любит. И просто чувак получает плюху, жесткую плюху. И отправляется в ангар. В общем, парни, кому понравился бой, ставим лайки, подписываемся на канал. С вами был Император Prime, командир клана Рейнс. И, конечно же, у кого есть желание, вступаем в мой клан. Вот, покажем основу, как можно нагибать, тащить и все остальное. В общем, всем удачных нагибов. Всем пока, приобретайте 140 и, конечно же, нагибайте.